Здравствуйте, наши многоуважаемые зрители, жители и подписчики нашего канала «Стройгарант Анапа». Алексей на связи. Мы с вами находимся в станице Гастагаевской. Сегодня у нас необыкновенный и необычный обзор. Вот, мы будем сегодня делать для вас обзор наших земельных участков, на которые вы сможете построить свой дом. Вашему вниманию я предоставляю первый земельный участок, точнее у нас здесь их два. Это улица Зеленая, 1D и 1E. Участки ровной формы по 6 соток каждый. Вы можете, в принципе, приобрести не один участок, а сразу же два участка, и у вас получится 12 соток земли. Значит, по фасаду у нас здесь идет каждый участок по 13 метров и в длину 49 метров. Посмотрите. Что касательно коммуникаций. Значит, здесь вода – это скважина, электричество 15 киловатт и газ по фасаду. Пойдемте. На соседнем участке уже установлен флянец. По поводу места расположения данных участков, вот за этой лесополосой у нас идет улица Советская, одна из центральных наших улиц. С левой стороны у нас на улице Пирогова находится, поэтому добраться тут пешком даже до центральной улицы не больше 7-10 минут. Стоимость каждого этого земельного участка по 1,5 миллиона рублей. Ну, соответственно, два земельных участка – это 3 миллиона рублей. И вот что еще, наши зрители. В описании вы увидите тайм-коды. То есть там будет, допустим, написано «зеленая 1D», «зеленая 1E». И сейчас дальше мы поедем еще по участкам, для того, чтобы вам каждый раз не перематывать и слепую не искать, где какой обзор, какого участка мы делали. Просто клацаете на тайм-код и попадаете опять-таки туда, куда вы хотите. То есть именно на тот участок, который сегодня мы будем предоставлять вашему вниманию. Итак, после обзора этих двух участков, поехали дальше. Ну что, друзья, вот мы с вами проехали буквально метров 300-400, мы находимся на улице Трудящихся 83, и вашему вниманию очередной участок земли. Здесь фасад у этого участка я сейчас замерил ориентировочно где-то 30-32 метра, глубина 38 метров. Этот участок можно приобретать как по 6 соток отдельно или 12 соток вместе. Пойдемте, я покажу, что на этом участке есть. На входе вас встречает виноградная лоза, а виноградик тоже поспевает. Смотрите, на этом участке есть определенные постройки. Соответственно, их мы снесем, выровняем полностью участок, и здесь мы построим вам дом, который вы выберете сами. На участке уже у нас ель. И пройдем сюда. На участке уже плодоносные деревья. Яблоки, слива. В общем, просто райский уголок. Ну что, друзья, мы с вами переместились в другую часть Гастагаевской. Мы с вами находимся на улице Почтовая 2Р. Здесь вашему вниманию я хочу показать участок 7,5 соток. Фасад участка 25 метров. По коммуникациям здесь, значит, у нас 15 киловатт, центральная вода, ну и, соответственно, будем делать выгребную яму. Стоимость данного участка ровно 1,5 миллиона рублей. На этом участке идеально разместится практически любой наш проект, от 65 квадратных метров до 145 квадратных метров. Итак, друзья, следующий земельный участок, который расположен у нас на улице Линейная 4А, это один из самых больших земельных участков, который сейчас у нас находится в ассортименте. 10 соток, фасад практически 30 метров. Здесь у нас из коммуникаций вода, свет 15 киловатт и газ по фасаду. Участок находится в свободной продаже, его стоимость 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ну что, друзья, следующий наш участок. Мы находимся на улице Украинская 24А. Этот участок у нас 9 соток, придомовая территория, проезд к участку. Из коммуникации здесь у нас центральная вода, электричество 15 киловатт и вся улица полностью газифицирована. Цена данного участка 1 миллион 750 тысяч рублей. Поехали дальше.
Ну что, друзья, вот мы приехали с вами на крайний участок на сегодняшний день. Я имею в виду крайний обзор. Итак, здесь мы находимся на переулке Радужной, 6. Участок здесь ровно 6 соток, фасад 20 метров. Коммуникация здесь центральная вода и электричество 15 киловатт. Цена данного участка на сегодняшний день 1 300 000 рублей. Ну что, многоуважаемые наши жители, вот в принципе мы с вами сделали сегодня обзор, показали вам точнее наши земельные участки, которые находятся в свободной продаже. Вы можете позвонить в отдел продаж по указанному ниже телефону, пообщаться с нашими менеджерами, выбрать один из наших проектов или предложить свой проект индивидуальный, который мы воплотим в мечту. Мы его построим обязательно. Теперь по поводу еще хочу сказать цены. Цены, которые я озвучивал в сегодняшнем видео, там, где я говорил, то, что есть газ, это уже цены с учетом газа. Если вы, допустим, на сегодняшний день не хотите подключаться к газу, тогда с этих участков, с этой цены вы отнимаете 250 тысяч рублей, приобретаете этот участок, подключаете, соответственно, дом к электричеству, отапливаете его электричеством, и через какое-то время, когда вы захотите, вы сможете подключиться уже к газу. Этим летом мы с вами уже не встретимся. Мы встретимся уже ближайшей осенью. Естественно, здесь, живя на юге, а я сам приехал с севера, достаточно давно уже привык, как говорится, к этому климату, обратил внимание на то, что здесь лето не заканчивается тогда, когда заканчиваются летние месяцы. Здесь лето еще будет 2, то 3, а то и все 4 месяца. Поэтому, естественно, в основном люди, которые к нам сюда приезжают, с клиентами, с которыми я лично общаюсь, они чаще всего едут сюда из-за климата, потому что климат здесь действительно очень-очень хороший. Это и для здоровья хорошо, и для детей. Очень многие сюда приезжают астматики. Вот, много-много примеров и много причин переехать, конечно же, сюда, в наши южные края. Также я хочу всех поздравить с наступающим новым учебным годом. Я желаю вам, чтобы никакая пандемия, никакой коронавирус не коснулся ни вас, ни вашей семьи, ни ваших родственников, ни ваших друзей. Приезжайте к нам, будем рады вас всегда видеть. Желаю вам удачи еще раз в этом новом учебном году. Спасибо большое те, кто к нам приезжал в этом году отдыхать. Мы всегда рады большому количеству отдыхающих. Это действительно очень весело, вот, когда вас здесь очень много. Ну а впереди что? Нас ждет бархатный сезон, наш любимый, многоуважаемый бархатный сезон. С вами был Алексей, ставьте палец вверх и до новых встреч!